Выставленная охрана, к сожалению, так и не помогла спасти Плеханова 4 от пожаров. Как мы видим, здесь снова работают пожарные, пытаются спасти остатки дома. Напомним, Плеханова 4 расселили буквально неделю назад. И с того момента постояльцами здесь стали пожарные службы. На 21 октября это уже 7-й выезд пожарной техники на данный адрес. И спасают огнеборцы больше не сам аварийный дом, а все вокруг. И если 2 дня назад, выезжая на пустующий дом, пожарные заливали водой лишь один подъезд, то вот сегодня огонь полыхал во всем доме. Очаги возгорания, скорее всего, были из подъезда, откуда огонь и разгулялся по квартирам. Что же касается охраны, то, как выяснилось, несет она службу на пустующем доме лишь ночью. А днем, как видно, это здание привлекает любителей поиграть с огнем. Сколько раз еще красным пламенем заполыхает Плеханова 4, остается только догадываться. И, быть может, после очередного возгорания дом рухнет сам. А управляющей компании, которая должна снести дом и потратить немалое количество средств, нужно будет лишь убрать обгоревшие кирпичи.